В жизни каждого человека есть особые даты, которые навсегда остаются в его памяти. К таким относится первый звонок. И неважно, первоклассник ты, выпускник или студент. Для каждого этот день по-особенному волнителен. Молодые люди, которые в этом году стали частью большой семьи Пушкинского вуза, уже на первой линейке смогли понять, что яркая и интересная студенческая жизнь началась. А вместе с этим осознали и ту ответственность, которую накладывает на них новое звание – студент. В наш университет в этом году пришло много новых студентов. Больше 1000 человек, которые поступили в университет на различные специальности. Очень приятно то, что среди них много мастеров спорта международного уровня, это на факультет физвоспитания. Поступило 18 студентов, которые являются выпускниками педагогических классов. 25 человек, которые имеют дипломы с отличием или аттестат с отличием. И все эти ребята, и как и многие другие, которые выдержали конкурс, сегодня придут в учебные аудитории. В нынешнем учебном году особой популярностью среди абитуриентов пользовались специальности юридического, психолого-педагогического факультета и факультета иностранных языков. 5535 студентов пополнили ряды первокурсников Пушкинского университета, в числе которых и иностранные студенты. Правда, их педагоги ждут немного позже. Из-за сложившейся эпидемической ситуации первокурсники из-за рубежа смогут приехать и приступить к занятиям только после 1 октября. А пока у первокурсников на праздничной линейке была возможность не только услышать поздравления и напутственные слова от ректора, но и познакомиться с талантливыми студентами университета. Лучший подарок для любого высшего учебного заведения – талантливые и целеустремленные студенты. И на взгляд педагогов, именно такие учатся в университете, такие приходят учиться. Они стали своеобразным подарком в юбилейный для университета год. Он ровесник Великой Победы. Молодые люди осознанно выбрали вуз и специальность, и теперь с гордостью заявляют о своем новом статусе. Я с детства люблю читать много литературы, интересуюсь языком, в частности русским. Хочу владеть искусством слова, поэтому и пришла в это удивительное заведение. Надеюсь, мне здесь понравится, я смогу раскрыть все свои творческие стороны. Студенческие годы – один из самых лучших периодов жизни. Здесь всегда найдется место и время для гениальных идей, интересных знакомств и профессиональных достижений. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.